Какой ваш любимый русский поэт и почему? На самом деле, очень люблю творчество Пушкина, потому что это классика, это золотой век, начало золотого века русской литературы, но в том числе обожаю поэтессу Анну Ахматову, люблю ее стихи безумно, обожаю вообще в целом все ее творчество, ее биографию. Мне очень нравится Мандельштам, особенно его поздние стихи, после, ну, 30-е годы, «Воронежские тетради» его, потому что... Не знаю, как-то они по-особенному отзываются в моей душе. Мы с тобой на кухне посидим, сладко пахнет белый керосин. Острый нож до хлеба каравай, хочешь примус туго накачай. Дальше, если честно, не помню. Но мне очень нравится это стихотворение, потому что оно создает какую-то мнимую картину идиллии с кухней, русской, с хлебом, с печью, что-то такое теплое. Жала руки по темной валью, чего-то сегодня бледна, от того, что ее терпкой печалью напоила его до пьяна. Это в самое сердце, особенно учитывая, что у ее мужа, у Гумилева, есть тоже стихотворение, похожее на это, «Отравленный». Вообще, в целом, их поэтическая пара, их поэтический дуэт мне очень нравится, и поэтому, наверное, это стихотворение. Русский писатель у меня любимый — Достоевский. По какой причине? Мне нравится, как он пишет, мне нравится его судьба, мне нравится его игра. Мне нравится вообще он как личность, сильная личность, которая написал произведение «Преступление и наказание». Михаил Шолохов, потому что он с нашей родины, где мы сейчас проживаем. «Судьба человека», есть в него рассказ. Там, в частности, рассказывается про моего прадеда некоторые строчки. Я думаю, Есенин все-таки. Он представлялся вообще как натура довольно романтичная. А стихи у него тоже все такие какие-то очень поэтичные, очень такие чувственные какие-то, романтичные довольно. Пушкин. Очень хорошие стихи. Ну и дети изучали, и из поколения в поколение будет он знаменитый. Мой любимый русский поэт — Владимир Семенович Высоцкий. Потому что это солнце русской поэзии 20 века. «Вдоль обрыва, да по пропасти, по самому по краю, я коней своих нагайками стегаю, погоняю».